Конечно, мы посетили US Open. Нам посчастливилось, что как раз в то время, когда мы там были, там проходил один из известнейших чемпионатов по теннису. И нам посчастливилось увидеть там, как играет Вавринка, Нишикори, Джокович, Дель Потро, Раф, Надал, Районик. То есть мы их всех видели вживую, и я тоже засняла небольшие видео, я их уже поставила на свой YouTube-канал. И, кстати, у меня они набрали очень большое количество просмотров, люди со всего мира смотрели мои видео, и очень много у меня было лайков и хороших отзывов об этом, и меня это очень, конечно, порадовало. Почему мы пошли посмотреть чемпионат по теннису? Потому что мой муж и я, мой муж, конечно, меня причастил к этому. Он играет в теннис, и мы с ним вместе, он меня как бы уже не первый год учит игры в теннис, и я очень люблю играть в теннис, я очень люблю смотреть теннис, и мы всегда смотрим все чемпионаты по теннису со всех концов мира, где бы они ни проходили. Мы знаем очень многих теннисистов, спортсменов, мы знаем много и о них, о их жизни тоже. То есть вот это как раз о том, о чем я в одном из своих видео говорила, что если ваш муж любит какой-то спорт, а вы его не любите, так вот вы его полюбите. Вот я таким образом полюбила спорт, о котором раньше, в принципе, ничего не знала и никогда не играла в теннис. И благодаря своему мужу в мои после 50 лет я стала играть в теннис. И я вам всем советую. Теннис – это одно из самых лучших занятий спортом, особенно для женщин. Он просто вас наполняет такой энергией, и все, и вы становитесь прям вот addicted, зависимы от того, вам все время будет хотеться, если вы только начнете играть, вам все время будет хотеться идти почти каждый день и бить этот мячик, этот шарик желтый через сетку и, значит, совершенствовать свое мастерство. Вот так вот. Мы специально приехали в магазин обуви и одежды фирмы Isaacs, это один из наших с мужем любимых брендов. Мы приехали в этот магазин, чтобы купить себе обновку нашей tennis shoes. Столько много красивой одежды, ну вот хочется купить все. Но купили только кроссовки для игры в теннис. У нас в Аризоне, к сожалению, нет специального бутика фирмы Isaacs, поэтому мы в Нью-Йорке, и почему бы не остановиться в нашем любимом брендовом магазине и не купить что-то из этой фирмы. All right, go ahead.